Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале «Москва-24». В эфире программа «Правда-24». Мы ее ведущие Евгений Додолев, я Лейла Истрижемская. И сегодня у нас в гостях, наверное, самый скандальный актер Алексей Панин. Алексей, началось. У нас не так давно был ваш товарищ Джигурда. И мы его представили как самого эпатажного артиста. И он сказал: мой любимый Лёшка Панин, сказал, он меня давным-давно уже переплюнул. Поэтому это все вопросы вашему напарнику и товарищу. Я не знаю, как правильно сказать. Если Никита Борисович Гурда сам... Сам лично, прям вот... Иногда. Так. Не просто дает пищу прессе и СМИ, а даже и сам что-то иногда... постановочно делает, то я никогда ничего специально не делал. И из меня скандалисты какого-то эпатажного человека сделали все-таки не совсем по моей воле, а сделали все-таки ваши коллеги-журналисты. Никита Борисович, к вам с такой любовью, а вы вот так раз... Нет, стоп, стоп, стоп.